Девушка симпатичная. Иди к своей Клари. Джиллиан Фостер, его соперница. Очень приятно. Мне тоже. Ладно, хватит. Забавно. Танцуешь, Джинджер? Нет музыки. Кому она нужна? Ты напился? Еще нет. Ты так смотришь, будто я убью твоего пса. Нет у меня пса. А то будешь звонить, проверять нас. Стресса тебе ни к чему, давай. Без криков, да? Тебе я даже приблизиться не мог после развода. Может, ты не очень старался? Значит, у меня был шанс. Закончим? Слушай, Джилл, выпьешь с нами сегодня? Она живет. Кстати, у нее рам. Нет, я в норме, я не ошибаюсь. Да, еще парочка девушек.